Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодняшнее видео по проекту без вложений. Новинка у меня. Боксы по сбору лайткоина. Значит, будем собирать Литоши. Бокс молодой. Значит, регистрация здесь очень простая. Нажимаем регистр, или сюда можно регистр нажать, как бы. Значит, вводите юзернейм, имейл, два раза пароль. Тут ваш пригласитель. Разгадываете капчу. Ставите две галочки, нажимаете регистр. После чего идете на почту и подтверждаете письмо. Мне пришло письмо в папку спам. Так, после чего входите по логину и паролю, попадаете в такой вот кабинет. И сразу же у нас на главной страничке находится наша партнерская ссылочка. У меня на данный момент на балансе 3000 литош уже. А минимальный вывод, друзья, отсюда 1000 литош на Faucet Hub. Значит, опускаемся чуть ниже. У нас здесь есть чат. Такой вот он интернациональный, скажем так. Здесь и русские, и украинцы, и американцы, и испанцы. Кого тут только нет. Все на свете. Значит, давайте далее что. Вот здесь можно поставить, выбрать язык. Какой вам надо. Далее идете. Мой профиль. И вот здесь ваша будет статистика. Так. Далее обратно вернемся в аккаунт. То, что вы активны. И сейчас я вам покажу, где нужно кошельки прописать, аватарку поставить. Значит, опять нажимаете вот на треугольничек под логином. И нажимаете сеттинг. Здесь можно поставить аватар. Нажимаете на желтую вкладочку, загружаете своего входа, далее на синюю. Так, сохраняете. Payment. Здесь мы прописываем кошелек на Faucet Hub, который привязан. Или прямой кошелек. На прямой кошелек я не знаю, какой вывод, а на Faucet Hub от 1000 литош. Прописываете кошелек, привязанный к микрокошельку Faucet Hub, и нажимаете сохранить. Ну, здесь что у нас? Пароль поменять. Так. Так, аутентификатор. А ну здесь вот пароль. Ну и все, вроде такое основное я вам показала. Далее что? Ну, вот суммария, это наша домашняя страничка. Как здесь зарабатывать? Нажимаем Earn. Вот это первое. Идут задания. Я сюда не лезу. Значит, ПТС. Просмотр рекламок. Я вот 4 просмотрела. У меня 3000 литош. Сейчас я покажу, как просматривать рекламку. Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Нажимаем еще раз. Идет вот здесь отсчет времени. Ждем, когда закончится отсчет. Страничка перезагружается. Нажимаем и разгадываем капчу. Капча очень хорошая. Мне такая нравится. Флаг. Нажимаем Send. Close. 750 литош нам зачислили. Все, страничка перезагрузилась. Я сейчас поставлю на паузу и просмотрю всю рекламку, так как я хочу сделать вывод сразу же на Faucet Hub, потому что платит инстантом. Я просмотрела всю рекламку. У меня, как видно, 3000 литош. Я перезагружаю страничку. У меня 2750 литош. На балансе. Значит, есть обмен трафика. Аффервал я тоже не лезу. Есть видео. Можно просматривать 10 видео. У нас в России видео не показываются. Это надо писать вот в чат.
если присутствует админ, и спрашивать, можно ли просматривать видео при помощи расширения BravSec. Если разрешит, хорошо. Ну, не разрешит, значит, будем зарабатывать на ПТС. Ну, тоже неплохо, согласитесь. Так, далее, что у нас? Так, заработка разобрались. Здесь у нас можно загружать свою рекламку. Так. Далее, реферал. Здесь у нас директ рефералы. Это будут отображаться наши партнеры. Далее, здесь вот промо. Также находится наша партнерская ссылочка. Как бы вот здесь все это. Ну, money. Значит, депозит нам не надо. Есть трансфер. Значит, что здесь можно? Вот это майн баланс, это наш основной баланс на вывод. Это Purchase баланс, это рекламный баланс. Комиссионный, это начисления, партнерские начисления, трафик баланс и Litoshi. Так, значит, смотрите. Майн баланс можно, если будут реферальные начисления, нажимаете комиссион, и на майн баланс можно комиссионно, и на Purchase, на рекламный баланс, значит, чтобы рекламировать свои проекты. Далее. Вот еще что-то здесь. Значит, а вот это, наверное, Litoshi, это на видео просмотрах у нас идут, значит, 100 Litoshi, один, вот, одна Litoshi, так выходит. Это значит на майн баланс и трафик и Purchase. И вот еще есть. Это на Purchase баланс тоже, как бы, обмен, ладно. И WinDraw. Нажимаем WinDraw. Значит, минимум Faucet Hub. Жму. Кошелек у меня прописан. Так, и вот эта сумма. Так, я ее копирую. Нажимаю копировать. Вставляю сюда эту сумму. Ставить. И нажимаю WinDraw. Подтверждаю. Все, переводим на русский, что мне загорелось зелененьким. Автоматическая выплата была успешно продолжена. Как я сказала, вывод инстантом. Значит, возвращаюсь. Дашборд. Баланс мой обнулился. Идем на микрокошелек Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. Нажимаю перезагрузить. И, пожалуйста, TrueSnow 12 тысяч. Ну, берут комиссию они немножечко. 559 Сатошеву, Litoshi этих прибыло на Faucet Hub. Вот. Букс платит инстантом. Это супер. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Вроде бы я как бы здесь все вам рассказала. Есть апгрейд, но это, я думаю, нам не надо. Это уже потом. Надо сначала так поработать. Посмотрим, как пойдут дела. А там уже видно будет. Уже сами тут посмотрите, как бы. Ну, теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч. Продолжение будет следовать.